Камиль, рассказывай, почему у тебя так все получилось. Сейчас я вам покажу комнату Амины. Будут делать ему МРТ. Сегодня Камиль в первый день идет в школу. Мы приехали в наш любимый корейский ресторанчик. Вау! Амина, что у тебя? Кто купил? Папа. Кто? Мама. Мама. Я открыла. Что там у тебя? Показывай. Смотрите, я сегодня Аминочке купила много подарков. Вот это сначала. Я хочу. Это что, блеск? Ммм, как блестит. Что еще у тебя? Смотрите, я еще и купила вот такой вот мерцающий спрей для тела. Краска для волос. А самое главное, смотрите, я ей купила волшебные вот такие вот фломастеры, вот, которые меняют цвет. И вот это меня очень заинтересовало. Это рисование на воде. Сейчас покажу вам, что я купила для Камиля. Для Камиля, наверное, лучший подарок. Это журнал FIFA 2020. Такой вот. Угу. Я знала, что он ему понравится. Я ему еще купила очень-очень много наклеек. Смотрите, сколько. Еще я ему купила вот такую вот книжку, так как он увлекается компьютерами. Все о компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах. И купила вот такой вот набор. Набор химических экспериментов для детей. Здесь можно делать огонь. Я думаю, что на днях Камильчик сделает, и я вам покажу. А сейчас покажем вам, как мы рисуем с набором, который я купила для Аминки. Называется, кстати, набор для рисования на воде и бру. Смотрите, можно расчесочкой вот такой вот делать вот такие вот точечки. Да. А мне, знаете, что нравится? Вот так вот водить, мне нравится. Вау, мама, прям ты красивая. Так прикольно. А, кстати, покажу вам первый рисунок, который получился. Вот такие вот интересные узоры. Он же не высох. Сейчас Аминочка вам покажет, как надо переводить рисунок на бумагу. Аккуратно. На рисунок. Аккуратненько. Все, и ждем какое-то время. Мы приехали в поликлинику. Вот такой вот аппарат. Сейчас будет проверять глазки Аминки с Камилем. Как это? Б. Н. Точно. Н. Прикольно. Замри. Мы сегодня пришли опять в школу, но сегодня приехали уже с Аминкой. Амина хочет уйти со своей школы и перейти в школу Камиля. Правда, пока еще Камиль не поступил, мы приехали на тестирование. Сегодня он будет сдавать тесты. И если он пройдет тест, сдаст экзамен, его примут в эту школу. И Аминка тоже решила вместе с ним заодно посетить школу, посмотреть. И она все-таки хочет поменять ее. Что тебе понравилось? Вот это. Площадка детская. Да, конечно. Мы приехали в наш любимый корейский ресторанчик и решили на этот раз посидеть вот в такой кабинке. Для того, чтобы, да, здесь сидеть, надо разуваться, а потом уже садиться вот на такие подушечки. Смотрите, мы сидим. Первый раз, честно, такое вообще. Интересно так вообще. Это просто ради интереса. Ну да. Удобно на полу? Это я попросила. Здесь нам разогревают мангальчик. Мы сейчас будем жарить мясо. Да, я очень люблю. А я только мясо. Честно говоря, я домой, кстати, тоже очень часто покупаю такую капусту, но в ресторане она почему-то вкуснее всегда. Вот мясо нам уже поставили, дверь нам закрыли. Так уютно вообще здесь, кстати, на самом деле. Я теперь всегда буду здесь сидеть. Доброе утро. Сегодня Камиль в первый день идет в школу. Ну, как я ходила в школу раньше, я не в первый класс иду. Ну да, в четвертый, но как бы давно уже не ходил в школу, был на домашнем обучении. Сейчас вот первый день. Ну что, мы приехали в школу. Что, холодно тебе? Угу. Да ладно, в теплой куртке. Ну ты, наверное, может, немножко переживаешь. Первый день в новом классе. Эх, забрала я своего Камильчика со школы. Ну как? Как твой первый день? Классно? Тебе классно. Очень понравилось? Ага. Он такой счастливый. Ну что, оценку получил? Да. По какому? По математике. Что получил? Четверку. Ух ты, молодец. Вообще, поехали домой, там Аминка же соскучилась по тебе. Погнали. Там еще какой-то подарочек. О, какой подарочек? У нас вижу, выходные, ребят, мы все дома. Камильчик целую неделю отучился. Сейчас кушает, сидит. А Аминке привезли... Там какой-то кружочек. Подарок. Подарок. Как тебе в школе? Классно. Камиль сейчас кушал и говорит, я так хочу школу. Ему дома скучно. Ребят, это неоновая какая-то серия новая. Кукол. Да, лол. О май гад.
Ну что, мы ее достали с коробки. Посмотрите, какая красивая. Посмотрите, какая обувь у нее. Просто бомбезная. Волосы красивые. В общем, она очень-очень крутая. На, держи куколку свою. Давай, вот это и вот это. Есть какие-то сюрпризы, наверное, да? Ну, конечно. Вот. Давай посмотрим. Либо сережки, либо что-то еще. Браслет, какие-то очки и лазер. Выключим свет, давай посмотрим. Ну, давай. Смотри, нету надписи. Не совсем видно веснушек. Сердечки, веснушки. Ну, обычные веснушки, сердечки, веснушки. Нет на правее таких надписей. А губки светятся? Губки тоже светятся. Нет, тоже вам светится. Мы, как всегда, пришли в кафешку покушать наш любимый кимчи. А Мине принесли десерт. Мы уже все слопали. У Камиля десерт мочит. Ну, тут какие? Мороженое мое. Не отдам. А у тебя что? А у меня апельсин. Смотрите, какой классный. Мороженое. Дайте посмотрю поближе. Мы заморозили апельсинку и засунули туда мороженое. Нет, мне кажется, они просто сначала вынули этот мякоть. Мякоть вытащили, засунули туда мороженое. Ой, такое вкусное. Накрыли крышкой и заморозили. Облизнула чуть-чуть, вкусно очень. Попробуешь? Ну, не то, что вкусно, на вкусно, но по сути вкусно. Всем привет. Ну что, мы с Камильчиком приехали в медицинский центр. У нас кое-какие проблемы сейчас со здоровьем, и сейчас я ничего не хочу говорить. Я думаю, Камильчик тоже не очень хочет говорить или показывать. Вот. Думаю, что чуть позже, после обследования, мы вам дадим какую-то информацию о том, что с нами произошло. Камильчика сейчас уведут вот в этот кабинет, будут делать ему МРТ. Мы даже музыку поставили, потому что он 40 минут будет лежать вот в этом аппарате. Но пока Камиль лежит на обследовании, я пойду оформляться. Ребят, не запускайте свое здоровье никогда, берегите его. И лучше всегда все делать вовремя. Камиль закончил диагностику. Вот туда сейчас достают. Залежал. Ну что, Камиль, что расскажешь, как там было? Мне было очень жарко. Жарко? Мне удивило вот это вот музыка еще там. Мне мерещилось уже все. Ну, завтра нам уже скажут ответ, что у тебя там произошло. Я 4 месяца назад упал 2 раза. На попу? На попу, да. С гелиоптера. И тогда после нескольких дней у меня все прошло. И мы не поехали никуда. Потом, вот сейчас вот я когда в школе был, и я вот так вот ушла на партах, и у меня вот как раз внизу болит. Так, ушли вот сильно зубная боль. Вот такое. Только не, она на зубах, а вон там вот внизу. На позвоночнике? Да. И мы незамедлительно приехали к врачу, сделали МРТ. Чтобы убедиться в том, что все у него нормально и нет никаких переломов. Потому что мы были недавно у ортопеда, и ортопед сказал, что возможно, что у Камиля есть какой-то перелом в позвоночнике, который сам по себе как бы зажил. Вот. И это надо сейчас посмотреть и исключить. Сейчас посмотрим, что тут делают ребята. А что вы делаете? Играем в мангас. О, игра в Among Us? Угу. Ничего себе. Камиль пишет розовый, поверьте мне. Поверьте мне, если не он, то я. Что? Это А. Странное название у игроков. Я написала это А. Розового, посмотрите, как зовут розового. А розовый убийца. Убийца? Да. Ну все, мы проиграем, потому что я не был предателем. Смотри. Поражение, мне никто не поверил. Сейчас я вам покажу комнату Амины. Здесь будет стоять кровать. Ее комната одна из самых-самых больших комнат в доме. Сейчас я вам покажу, это ее гардеробная Аминкина. А из гардеробной будет дверь, вход в ее личный санузел. Лестница на 3-й этаж. Это наш кабинет с папой совместный. Тут уже молдинги нарисовали. Смотрите, кондиционер нам уже включили. А потолки, карнизы
повесили. Дальше пойдемте, я вам покажу. Здесь будет стоять дверь. И за эту дверь никто не должен будет заходить. Это наша с папой зона. Мы с Аминкой пришли на местный каток. И она почему-то валяется. Я не могу встать. Давай. И мы учимся кататься. Мы сегодня еще и Камиля привели на каток, чтобы он научился кататься. Камиль у нас вообще не умеет кататься на коньках. Ни на роликовых, ни на обычных. О, давай, давай, Камиль, молодец! Ребят, смотрите, каких мы роботов купили, классно. Тут надуваешь шарик, вставляешь в робота, у него даже есть пульт управления. И сейчас Амина с папой будут бороться. Интересно, чей же шарик в итоге победит? В красном углу ринга находится чемпион мира по лопанию шариков. В синем углу ринга находится новичок, который еще не знает, что его ждет. В общем, задача надо... смотрите, сейчас покажу. Вот такими вот ударами, здесь есть удары, надо... Вот, фья-фья, наносить удар по голове, и шарик должен лопнуть. Побеждает тот, кто лопнет быстрее всех. Это очень... Я болею за Аминкин рыжий шарик. А за меня болеет Мишка. Мишка. Сейчас начнется настоящий бой. Твой боец был слаб. Ты плохо подготовила своего бойца. Второй раз уже. Значит, надо лучше тренировать своего подопечного. Все,